В областной филармонии начала работу выставка Государственного музея истории российской литературы имени Даля Александр Николаевич Островский к 200-летию со дня рождения. В ее торжественном открытии приняли участие в том числе персоны федерального уровня. Подробности прямо сейчас. Мероприятие было организовано Федеральным министерством культуры совместно с правительством Тверской области. На открытии присутствовали статс-секретарь замминистра культуры России Алла Манилова, директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак, руководители театров, музеев, специалисты, изучающие жизнь и творчество Александра Островского. Губернатор Игорь Руденя направил участникам церемонии приветственный адрес, отметив, что Верхнее Волжье было особенным краем для великого драматурга. Путешествие по Тверской губернии с литературно-этнографической экспедицией Островский получил много ярких впечатлений, которые нашли отражение в ряде его произведений. Творчество писателя наполнено искренней любовью к России, народным традициям, обычаям, переживаниям за судьбу русского человека, оказало огромное влияние на развитие отечественной литературы и театрального искусства. Губернатор Тверской области Игорь Михайлович Руденя. Выставка рассказывает о важнейших театральных произведениях Островского, созданных им в разные годы. От впервые опубликованной пьесы «Картина семейной жизни» до драмы «Без вины виноваты». В экспозицию входят иллюстрации к драматическим произведениям, фотографии сцен и спектаклей, портреты известных актеров в ролях из пьес Островского, дополненные впечатлениями современников о премьерах, отзывами литераторов и театральных критиков. Как отметила замминистра Алла Манилова, мероприятие в Тверской филармонии является важной вехой в череде акций, посвященных 200-летию Островского. Сегодня мы, собственно, подводим итоги самой подготовки к празднованию. Это завершающее мероприятие, поэтому очень важное для всей страны. Но впереди сами празднования. В Москве, конечно, центром будет Малый театр, безусловно, дом Островского. Поэтому сегодня Малый театр нам представит праздничную программу. Как известно, служение театру Александр Островский считал главным делом своей жизни. Театр драматург называл неотъемлемым признаком совершеннолетия нации, наряду с академиями, университетами и музеями. За почти 40 лет работы великий драматург создал 47 оригинальных пьес. Многие из них до сих пор не сходят с театральных подмостков. На его репертуаре формировалась новая школа актерской игры и выросли целые поколения русских актеров.